В Южно-Казахстанской области заработал литейный завод. Старт новому предприятию дал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время телемоста в рамках Дня индустриализации. Теперь завод изготовит отливки общемашиностроительного и специального назначения. Мощность предприятия 3700 тонн продукции, стоимость 2 миллиарда тенге. Выпускать продукцию намерены на европейском оборудовании. На выходе планируют получать уникальные изделия, например, рабочие колеса насосов из жаропрочных сплавов. Подобную продукцию в Казахстан только завозили из зарубежных стран. Теперь же литейный завод обеспечит внутренний рынок, а часть продукции можно будет направить на внешние рынки. На сегодняшний день запущено в первую очередь производство. Это плавильные комплексы 250 килограмм, 500 килограмм плавильные комплексы. Запущена формовочная линия по холодно-твердеющим смесям. Поэтому будущее очень, очень большое у предприятия.